Как заненавидеть Vice City? Ой, самая скучная миссия в игре, мне кажется. По стрелушке. Стрелять? А, да. Раз вы стали задавать вопрос, связанный с группами и любимыми песнями, спрошу, есть ли у вас в плеере что-нибудь из Green Day? Не люблю Green Day, очень сильно не люблю. У меня только очень оверрейтед. Ее микс с Oasis, по-моему. Ну, MTV такая серия миксов была, это группа. Они, кстати, хотите послушать качественный американский глорский панк, послушайте Offspring. Ой, вот это ты сейчас сказал насчет глорского и насчет американского. Серхио просто вот садись. Просто упал. Просто разворачивайся и едь в море. Это Offspring, по-вашему, не глорский? Он и не глорский, как минимум, был, ну, пока его не продвинули, а во-вторых, он не американский. Поэтому садись. Кол! Чего? Я даже он не американский. Чего? Иди купи! А, у тебя 50 тысяч у тебя есть? Нет? Нет, блин. Что надо купить? Ну, чтобы погоняться. Да. А вот сейчас я с этим пивом погоняюсь. А, с этим снутик. Я буду грабить банк. А я могу его? А я его не могу. Вот он, кстати, Лок, вот ты спрашивал, кто это, вот он. Жутко номер 19. А, он бортует, сука! В какой картинке? Ты мне картинку показал и спрашиваешь. Картинка физиономии. А, да. Вот, короче, вот с кем сейчас Серхио едет. О, он бортует, сука. Не, ну это свинство. Ну ты просто... Я считаю, это очень козырно тебя подрезали. Я просто респектую, это очень классно. Вот там плохо, что все время на очень шляпной машине дают гонять. Очень шляпно. Это Адмирал, по-моему, да? Что делать, если на втором курсе техникум понял, что ошибся специальностью? Уважаемый Реслан Ремеев, он абсолютно серьезно. Злобная Росомаха, который сейчас читает этот твиттер-актив, можно сказать, он не ошибался специальностью, ей мне нравится, правда, она неприменима к моей обычной деятельности, я ей позанимался. Но этот человек в 28 лет понял, что занимался ерундой. В 28 лет начал с нуля в другой области, в другой отрасли. Поэтому на втором курсе техникума у тебя еще все впереди. Определяйся, выбирай и не бойся. Поворачивайся. Да, самое главное, это не бояться. Говорю, дабл-даблы. Что-то есть такое. С нон-конформизмом. Я к рестлингу все-таки эксперт, подкаст. Все дела. И тут вдруг... Нет, я смотрю Invasion. И каждый матч, у каждого есть сюжет, каждый интересен, та же самая... Ха-ха-ха, Лоски. Скажу, если Серхио таки проиграет эту гонку. Да. Просто команда. Я дезинтегрировал пальму. Дезинтегрировал пальму. Команду Альянс. Лучший бой в НФР, который увидел. Ну, у Лока, фу, у Лока это. Ну, я не туда поехал. Нет. Я же могу. Дезинтегрировал пальму, я тут сейчас. Короче, это, как его, матч Гладиатор. Я же проиграешь. Двойной экстрим был когда-то в НФР, интересно. Матч Князя против Владимира Кулакова за хардкорный титул. Я помню, как клавиатуру. Очень был, да. Ой, да ёп. Как он тебя обогнал-то? Ну просто... Все пальма сразу. Дезинтегрированная пальма, хорошо. Да. А я же могу... Лучший матч в НФР, лучший матч в НФР. Медведь Матуш, наверное, кого против Вулкана, наверное. Добро. Реально, мою машину куда-то дели. А я тебе сразу так сказал. Я не туда, я поставил. Да господи, чтобы скинул, тебе ее сохранили, тебе надо было только гараж ставить. Скинул в воду. Нет, надо, можно дверь открытую в машине оставить, тогда она не пропадает. Мне кажется, вот для этой миссии пропадет. Да как он так делает? Снова из ВКонтактика стреливает ненадолго, если только это команда не Реал Барселона, который держится долго. Сейчас мы узнаем, каким образом именно лов. Как его зовут? У него женский имя какое-то, по-моему. Бубу. Да, он реально. В итоге дофигища победителей. И по сути получается дофигища новых никакущих чемпионов. Ну я не знаю. О, Серхио, тебе совет, набери 3 звезды, и менты будут ставить шипы. Так он уже ставит им все время, он по ним бегает ногами. Сначала выиграй, а потом говори, что. Я выиграл. А, выиграл уже? You gotta consider going into law. Ну, да дай бог, конечно.
Так, обновляем твиттерочек. До скольки лет вы боялись лечения зубов? Вот это серьезный вопрос. До сих пор боюсь. А я скажу так, это опять же история из жизни. В конце 9-го года... 1999. Естественно. А, нет, 2990. Дайте мне год смотреть, в конце 8-го года это было. Или 9-го. Нет, это было в конце 9-го года. 1998. Да идите в баню. 8-го. Это было в конце 8-го года. Так вот, в конце 8-го года одна моя знакомая из универа рассказала, что и она идет лечить зубы, и лечила она их у знакомой ее мамы. Знакомая мама заведующая отделением обычной районной поликлиники. Федь, у нас тут на Чертанах. Нет, заведующая отделением, причем хирургическим отделением. И, естественно, в свободное время она там как бы это под... Ну, как это называется? Под... колымила, грубо говоря. То есть там до работы, в перерывах. Да. Причем она охренительнейший просто врач, просто охренительнейший. Вот это и я вот 2008 год, 26 лет, до того я вот нашего районного техника зубного очень люблю. Мне очень непонятно, уже эта поликлиника, она к моему дому ближе, но я был почему-то вписан и до сих пор вписан, приписан к другой. Надо поменяться, конечно. Вспомнил 99-го. Не, ну просто с тех пор я вообще, я не хожу в поликлинику. Смотрите, гаитяне дерутся. Сходил только к этому и больше вообще прям не вспоминаю, надо сходить на профилакт. У меня Vice City завис. А у нас тот, кто проверяет сменку, чаще всех получает по голове. Ну у меня игра зависла. О, это вижу, как ты дергаешься. На третьем часу игры. Это то, что сделал паузу? Я не знаю, но она... Да. Выключи! Она включи ее снова. Ой, ты сейчас банк грабить, да? Да, перед этим... Блин, крутая миссия. А там сейва нет, да. Ну нет, ладно. Я сделал сейв. Ой, мент, сука, блядь! Давай какой-нибудь... Поймали Сережу. Я загружусь. Раз уж все равно пришлось... Серег, тебя поймали, как я не знаю. Так, блин, эти-то лошары. Ой, вот не надо. Не, ну ты видел их. Так, стояли, это, тупили. Ну а что-то не отъехал. Я отъехал, но эти или лошары. Или бы так, ну, или бы так просто по-доброму так. Предложите, короче, какой-нибудь. Начальник вам куда? Нам. Для вас. Да. Победитель будет заказывать у Лока песню. Давайте, лучшая четверостишка. Есть вас какой-нибудь guilty pleasure. Что это такое? По-русски. Что вам нравится, но вы смущаетесь признаться. То есть ты считаешь, что нам может что-то нравиться, но мы боимся в этом признаться, а сейчас в эфире аж для целых 160 человек возьмем и скажем. И для миллиардов, которые посмотрят это в запись. И миллиардов. Нет, не скажем. Кому из нынешних фейсов WWE лучше быть хилом и наоборот? Давай сейчас по-глорски для Джо, вот прям для фанатов миллиардов. Скажем, что Джон Сина. Конечно. Джонни Бой. По-моему, у гонщика было имя Хиллари. Ну да, у него женское имя, я помню. Клинтон. Любили ли вы драться в детстве? Какая драка была самая запоминающаяся? Сейчас надо вспомнить, я ни разу не дрался в жизни. Лох! Один раз почти я получился. Хоккейном катке. Не-не-не, самая эпичная драка у Сани была. Ну, у меня. Сани? Лока. Один раз на меня, ну, такой друг нормальный. У Сани это которая это? Нет, не та Сани. Это я. You know I want, I know you want me, да. Не, помните мой диалог про Сани, нормально? Монолог. Да. Монолог. Короче, драка. У меня был друг Влад, он и есть. Тихо. Был главный друг. Мы играли в квадраты, знаете, квадраты игру с мячиком? Опять у меня игра зависла. А нет, это долго. Ну, игра в квадраты с мячиком, в общем, мы играли, и что-то я начал придуриваться. Ну, как придуриваться? Ну, я был как и есть. Вот. Ну ему что-то раз не понравилось, я начал там наяривать, ну то есть какую-то шутку тупую продолжал говорить, ну как обычно, да? А ему что-то раз не понравилось, два не понравилось, три не понравилось, ну в общем он такой начал толкаться, и я как-то так отошел один раз, ну так хорошо отошел в сторону. Просто хорошо отошел локоть, на самом деле сделал пол шажочка назад. Ну да. Он лок сразу отходит на 8000 метров. Он, тихо этот, он упал, подбежала какая-то дворняга и начала его через штаны ассимилировать. У меня было несколько драк на хоккейной поляне. Самая памятная была такая.
Во-первых, это было все в возрасте 12-13 лет. Наверное, чуть позже, нет, 13-14. Когда дети не понимают, что копировать во всем больших дядь не очень хорошо. Ну, дети же в масках играют. Подростки, ну, тоже. Ну и вот, соответственно, какой-то чувак, он меня зацепил клюшкой за шею. Я разворачиваюсь. Я катался на коньках всегда хорошо, а у меня скорость была. Я разворачиваюсь. Какого хрена? Амуниция, естественно, слабая. Это середина 90-х. Он сбрасывает краги. Я напомню, мы в масках все. Человек снял крагу. Я сделал такое лицо, знаете, такое, ну хорошо такое, ухмылка такая, снял левую крагу, сбросил, и взял его пятерней, рука пальцем, за маску за эту. И все, он у меня на расстоянии. А левая рука, которая в краге, которая тяжелее от этого, я его по ушам очень мощно отхлестал, так сказать. Ну как, вот, ну, представь, кулаком, да, крага и по уху, потому что там же открыт шлем. Было эффектно, да? Говорили, да. Это, да, ко мне запомнилось. Просто именно запомнилось, потому что, ну, блин, черт возьми, это очень глупо. Очень глупо снимать краги для драки против человека, у которого шлем с маской на лице. Мне кажется, это было очень глупо. Есть ли у вас какие-нибудь страхи? Я боюсь высоты. Да, то же самое, наверное. Хотя, мне, хотя говорят, нет, высоты, очень быстро. Высоты 1.90 м, это не высота. Нет, говорят, что как бы, раз, два, три, там, будь на высоте, сделать что-нибудь и пройдет. Нет, не проходит. Вот все, что... Это хорошо шарить вообще. Вот, кстати, да, Егор Бутин, наш друг из Питера, предлагает отличный выход, что одно потрачено от Серхио, одна песня от Лока. Я считаю, хороший вариант. Ну, либо потрачен, либо бастет. Но я закрузился уже один раз. Не-не-не, вот начинай сейчас. А, окей. Либо когда бастет, либо когда потрачено, либо когда перезагрузка, назначаем Локу песню, и восьмая песня, которую вы напишете в Твиттер с хэштегом «Это деньги», Лок поет. Без повторов. В смысле? Да, без повторов. Ну, если они там напишут сам. Пугачева, Пугачева, Пугачева. Нет. Да, в песне только по одному разу. Но при этом за счет заработной или Elimination Chamber. Да короче, как он сдох-то? За счет того, что пришлось платить руку, за счет этого именно такой боль. О, Mission Failed, друзья. А, его не убили, блин. Ждем, пока убьют. Я думаю, Mission Failed тоже засчитывает. А драка в хоккей, как вам вчерашний? Да? 5-3 звезды. Малкин забил 3 гола, Россия победила Швецию, проигрывая там, по-моему, 3-0, они выиграли. Ой. 18 003. Как они задрали? Соответственно, дебильный. Что сделал Ковальчук? Ковальчука спровоцировали, он ударил, неважно что. О, бастет, ребята! Значит, 7-й твит с песней. И мы слышим Лока. Ну так вот, что нет. Как в первый раз заработали деньги, не считаясь сдачи стеклотар? Я первый раз заработал деньги в 7 лет, выступая в балете на льду в Лужниках в новогодних выступлениях. Лок. Работал, блядь, сейчас будет смешно, работал на складе колготок и носков. А кем? Кем работал? Клеил стикеры на упаковки и коробки. Уважительно, Серхио. И подожди, заработал на Sony PlayStation 2, то есть нормальная зарплата. Норматос. Я просто не помню, сколько это было, потому что это был 89-й год, поэтому я не скажу, сколько. И деньги были, вообще другие. О, Жапан приезжал. Ты еще из СССР же был. Ты на разогреве у Жапана выступал. Конечно. А кстати, нет, это они у меня на разогреве, потому что они же были в 31-го, а мы выступали с 1-го по какой-то. Даже не с 1-го, наверное, а где-то с 25-го по 7-е. А ты как первый раз? Два слова, отряды мэра. Ох ты. Угу. Начали песни писать. Давайте посчитаем. Такой же. Первое. Times of Grace Willing, я не знаю. Второе. Музыкальная тема Шейна Макмэна. Третье. Страна Лимония. Блин, это третье. Давайте сейчас досчитаем. Страна Лимония, что-то тебя... А я тебе не дам. Если зеленые помидоры, его что-то там... Так, четвертое. Fire Burn Skill Switch'и пролетели. Шейна Макмэн снова не проходит. Пятое. Татьяна Овсиенко, дальнобойщик. Блин, промазано. Это пятое. Это Аквилон, опять же. Шестая. О боже, какой мужчина. А седьмая. Привет, большого бодуна. Лок, готовься. А мы пока подведем. Я вижу там арию. Ну, я рассказал историю, как я сегодня внезапно для себя купил пианино для рок-бенда на eBay. Хорошо, напомню.
Вспомни имя одного, только одного человека из вашей бенды. Ну, кроме тебя. Одного. Иван Бубнов. Глупый вопрос, согласись. Серьезно, что ли? Получается, короче, Иван Бубнов, Серхио М и Яша. С этими, с кассетами кучи. Нету его? Ну, их не пока не будут проходить. Там за одних гаитян, господи, блин. Там 3-4 миссии. Так, песни мы посчитали. Да, да, может, просто хрен с ним, и дальнобойщик просто. Ладно. А что за песня, кстати? Скинь мне лог тоже песню на стенку, это, из дальнобойщиков. Я уже добавил себе в моей аудиозаписи. Я ее не слушаю, но там такая музыка в начале. Я вот, да, припоминаю, что там какая-то просто... музыка мне очень нравилась. Это кстати, просто... Да, я расскажу. Я сегодня захожу на eBay, чтобы посмотреть, сколько стоит пианинка от этого самого. Ну, смотрю, написано 1500 рублей, я думаю, ну, норм, сойдет. А для чего это? Что за пианинка? Для рок-бенда. А, господи, ты прям так увлекся. Ну, извини, давай. Ну, там так-то интересно. Вот именно барабаны, гитары мне не очень, но барабаны там реалистичны, скажем так, прямо. Захожу, смотрю. Пойду подписываю. Это намек, да, на Кремнева, да? А хорошее было начало, натурально. Да-да-да. Кстати, No Limit играет. Прикольно. Гермес дается. Ну, в общем, я смотрю, 1200, ну, думаю, ну. Интересно, они в Россию доставляют, но слово за слово я ввел данные кредитки. Чисто чтобы потестить, да? Ну тут не потестить, не, я сначала хотел потестить, а тут вроде и в Россию доставляют, и вроде недорого, и доставка из Британии, все дела. О, кстати, вот, блин. На лодке не... Да заткнитесь вы уже все. И мужские руки сильные держат руль. Какая-то странная рифма. Прием на князь, бой в волне. На любимой волне. И вместе с ритмом бьется сердце. Вот это вот. Всю жизнь глядится в ночь усталые глаза. В пути шофер дальнобойщик. Ту-ду-ду-ду-ду. Он знает лучше всех. Он может рассказать, что наша жизнь шоссе. Шоссе длиною в жизнь. Серхи, а ты быстро сматываешь. А я помню эту песню. Смотри день. Но звезды, что летят за ним в вышине. Кто писал стихи? И женский голос во тьме. Так легко ему поет о его мечте. Поет ему о судьбах разных людей. Серхи, готовься. О женские ласки и о счастье. Давай. Всю жизнь глядится в ночь усталые глаза. Пути шофер дальнобойщик. Он знает лучше всех. Он может рассказать, что наша жизнь шоссе. Шоссе длиною в жизнь. Особенно круто это под заставочку. Да. Глаза в пути шофер дальнобойщик, щик, ямщик. Он знает лучше всех, он может рассказать, что наша жизнь шоссе, шоссе длиною в жизнь. Жизнь. Ты сейчас как шансон это спел. А я умею как шансон петь. Я считаю, вопрос для Лока. Опишите вашу идеальную женщину, ну там волосы, черты характера, ну, и т.д. Ну там главное, мне все. Поехали. Проще фотку. Она у него на аватарке была. Вот это. Главное, чтобы не блондинка, вот мне не нравятся блондинки. Вот знаете, какой у меня бзик, что я в женщинах просто терпеть не могу? Родинка на носу. Это большие ступни. То есть все, что 39 размер и больше, это просто сразу до свидания. Почему? Не знаю, это просто у меня бзик такой. А что ты думаешь? Может, 38. А что она ногами должна делать, чтобы тебе не нравилось? Что? Что он тебе ногами делает? Не, просто что они большие, мне не нравятся. Или у тебя ноги, что ли, 40-го? У Серхи, наоборот, такие маленькие. Маленькие ножки такие, копытца.
У меня очень такой странный нос. Не, Клод Спит — это главный герой самой первой части. Третья часть. Первый? Третий. И первый, и третий. А, еще где-то такая шутка. Да, прикольно. Там вообще вот начало крутое, ну, где типа это выходишь и везешь негра в клуб. Как звучит странно. Мне начало, кстати, в Сан-Андреасе очень не нравится. Оно какое-то очень длинное и очень нудное. В Сан-Андреасе здесь вот... До миссии, где там девчонку из этой, из горящего дома спасаешь. О, блин, это такая тупость. Вот до того вот очень все нудно и скучно, и неинтересно. Потом, там когда еще начинает... дома грабишь, помнишь? Мне было? Нравится, когда коп появляется, вот когда копу там надо исполнять разные желания. Ну, продажный, который. Поедем, да. В глухом состоянии, все правильно. The Gun Runner. А нет у него руки. Это не сейчас, это во второй части он будет бухой, и он будет рассказывать, какую взрывчатку он сделал. Это нормально. Здесь нужно сейчас будет сшибать машины и собирать из них выпавшие эти ящики. В той неделе. Ой, бля. Так какой нафиг мопед, ребят. Я пошел. Нифига не стреляет. Словил так хорошо с мопеда. Вот такой смоук. О, ребята. Это, а, это который вот этот зеленый такой толстый. Да, это который. Он же предан. Ну вот его убиваешь. Да там все предали, вы не обратили внимания? Так, а нет, Свита, по-моему, убиваешь еще раньше. А кто такой? Это который курит, нет? Подожди, Свит — это брат, да? Вот как это называется? Твиттер. И все написали песню. Дэн Пенни Грэбсон. Как я его поти... Что за нахрена мы Вайсити выбрали? Выбрали мы веселую ферму? Я бы уже выиграл, да. Вот он, кстати. Давай так, давай так. Вот у нас сейчас 168 зрителей. Вот как только число 130, мы заканчиваем. Нет? Окей. Сейчас я сразу выключаю. Логически просто как-то уже... Уже пора, потому что силы... Даёшь, нет? Да. Не, я нормально, просто... У кого-то третий. Начинается... Ну это да, начинается как-то тупничок. Повторы, да. Третье — Отель Калифорния. Четвёртое — Владимирский Централ. Пятое — Калинка. Шестая — Steel Panther. If you really re... И седьмая, боже, царя. Отлично. А ты попал. Нигде тут ничего на стоянке нет. Да не на это, я ж тебе говорю, на той, которой ты прыгал. Ну ты на моцике прыгаешь, и там броня. А, иди моей. Назад, развернись направо. И иди до конца, до конца дойди. Кстати, там рампейдж с шотганом был, блин. Там я его не могу пройти. Направо. Погоди. Направо. Налево. Все, я понял, вот он. Направо. Тут заправка еще. Направо. Направо. Серхио, направо. Все направо, что? Да, с другой стороны. Да, вот прямо иди. У меня лаг 5 секунд. Не туда идешь. Ты идешь. Налево. Остановись, остановись. Я стою. Куда тебя несет? По стрелкам иди, на мойку он идет. О, господи, блин. А здесь взрывать их нельзя, да? Да. Прямо иди. Я не понимаю, что ты делаешь. Прыск БФ пригодится. Прямо иди. Иди прям. Подожди, Лок, вообще вот остановился, развернись вот налево, вот по этой дорожке пойди налево. Кстати, и там тема направо, фонданга играет. Что вообще делать с этим человеком? О, туалет. Человек. В курсе, что там лаг 10 секунд? Так, а какого хрена ты не можешь остановиться и подождать? Я тебе сказал, остановись и пойди направо, ты пошел налево, ну ты молодец. Я нашел, вот, я нашел эту стоянку. Как вы с ним в Москве встретились? Вот, тут этот читах стоит. Там было 10 тысяч человек просто еще помимо него. Почему 10? Милис рассказал 6. Ну, так это 6, которые были в зале. Ты куда бежишь? Тут ничего нету. А-а-а! Я упал. 600. О, да. Ну и чё, и куда-то. Всё, я стою, жду ваших приказов. Я не знаю, как с тобой разговаривать. Я сейчас скажу идти направо, ты пойдёшь налево.
Просто иди и гонку какую-нибудь сделай, и все. Я стою на месте, куда мне идти за вас? Я уже не понимаю, где ты, как ты, я даже перезагрузил экран. Направо. Вот направо, дальше куда? Налево. Налево. Скиньте, пожалуйста, в твиттер расположение этой точки. Ну вот она, кстати, эта парковка. Да, кстати, да. Ты в Москве уже не знал, что такое первый вагон из центра, поэтому я не удивляюсь, что сейчас... Что за первый вагон из центра? Вы не понимаете. Вот и Sentinel XS. Вообще мне не нужен. Нет, наверх на самый, дойди. Еще наверх. Тут таксишки одни. О, наверх мой. Иди. Иди на самый верх. Это что? Ой. Иди на самый верх. Это Вашингтон. Стоп. Тут таксишки одни. Значит, значит, парковка не та, что ли? Подожди. Я не понимаю, где он. Вот, стоп! Блин. Тут справа, Айдаха, короче. Таксишки и Вашингтон. Значит, где-нибудь здесь. На втором вот уровне. Становись и тут развернись. Сабра. Нет, на самой крыше. О, Out of Touch играю. О, иди, зайди. Она выглядит, у нее, грубо говоря, крыша по-другому выглядит. Крыша белая, а сама она красная, вот на примере. Передок у нее такой, я даже не знаю, как сказать, шпары квадратные по концам носа разбросанные. Вот он. Вот он. Он же вообще без крыши. Нет, он должен точно, быть с крышей. Точно, точно. Вот я его взял. А, ну бывает как с крышей, бывает. А, ну у него крыша такая разводная. Да, 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 это оно. Поставь не разводная, крышу. А сильная. Поставь крышу на... Я не знаю, там, здесь нет потому... кнопки, чтобы поставить. Поставь на H. Она потому и другого цвета, что, мол, типа это такая. Я всегда пробовал, обычно, как только долго ищешь какую-нибудь машину, как только ее возьмешь, сходу на дорогах появляются такие же. А это такая, там всегда так. Любую машину возьми, и тебе навстречу такие же появятся. Просто сволочь. Ну, сволочь — это движок игры. Не, давай гоночку какую-нибудь. Не, ты иди за Чиенцем, а я самую простую пока пройду. Самая простая там на аэропортном поле, ты ее не пройдешь. Чего ты не пройдешь? Ну давай, я посмотрю. Неделю назад было голосование в рамках X-дивизионных бдений. Да как я не взял этот чекпоинт? Тупая игра. Мол, кого вернуть? И, соответственно... Я стрелять в них могу или нет? А у меня патронов нет. И, соответственно, люди голосовали там за кого-то, был Rockstar Spud и был этот Suicide. И реально там 70% проголосовали за Suicide. Ну это вот эти вот Глоры. Да не, а тут просто какие альтернативы? Там этого, блин, тупого примитивного британца. Ну блин, ребята, это не серьезно. Suicide тут какой-то гиммик, я не знаю. Какого британца? Да. Rockstar Spud, карлик. Ну не карлик, так очень коротконогий парень. Кстати, реально я не прошел, потому что первый чекпоинт поставил. А не то я уже не могу еще пройти. Это я ее прошел, так посмотрю. Ну, потому что там совсем дебилы, да? Ну, как в твиттере. Потому что ему повезло, что он врезался в этот портик. И... Нет, это последний откровенно дебил был. Ну, в смысле, который лидировал. Да, да, да. Реально занятно. Если взять предмет... литература в аспекте культурологии. Давайте пока сходим туда, мы хотим. А, Лок пока поговорит о смысле жизни. Так вот, если взять вот предмет литературы в аспекте культуры, то главное это умереть мучеником. Ну, святым, да, понимаете, святым мучеником. А если так, ну, взять наши реалии 21 века, там, iPod, Apple, все дела, то... Главное это чтобы... Где мой читах? Что за свинство? Ну да-да-да, мы слушаем тебя, Лок. Я вот задумался, как бы так сказать, чтобы ну, понятно было. Понимаешь, сказать там счастливым, то это, ну это как так, отговорки. Наверное, чтобы
бы вот умирая, да, ребят, когда вы сдохнете, позитивно, чтобы вот умирая последние секунды вы не думали о своих там, вот я не прожил, а да, там говно, нет. А чтобы вот так вот вспомнили, такое хорошее что-то, вот хорошее. И вот так вот. Эх. Все. Согласен, Серег? А? Согласен, говорю. Конечно. Видишь? Да опять ты меня... Да ёбаный в рот. Развернуто смотрит. Ах ты сука. А чё Лёша примолчал? Что он там не только чиенца сделал? Я крошечки решил вмазать. Ну вот-вот, мы... мы поняли. О, байкера, может на байкеров пройти миссию. Не первая гонка. Да, на мотоцикле. Пойду найду пудель. Пудель? Мне нужна машина какая-нибудь. Мне больше понравилось, пойду найду. Он на крошку ешь там. Нет, я просто микрофон отвожу в сторону и закрываю рукой. Молодец. Он-то заботится. И точит, как хомячина. Ну, я так прилично положил. Хуже не ты говоришь. У меня Том Круз с тобой. Не-не-не, у тебя там жена, которая приехала с диском после 9 месяцев. Мы все помним эту историю. Ну, придумал, сам себе рассказал. Это смешно. Это как Майкл Кенбуш сам придумал, сам выиграл, да? Это как Дашка. Опять он меня давит на своем фургоне сраный. Сука. Да куда ж ты садишься-то, упырь ты, пёрь. Не уж, дорбоёб. А, фургон сраный. Фургон, сука, стой, не бей меня. Фургон. Беги, 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 беги. А все бегут, 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 бегут. А, сука. Нет. 29 кипкоин. Морис. Задавили. Ты убил водителя? Самого себя сейчас надо убить. Чувак, оказывается, хиты набирает. Работает на VS Planet и чё-то. Ты-то как тут оказался, сволочь? Не, только посмотрите на него, как таракан. Я все время не понимаю, чё он подходит. Давай со снайперки. Не, знаешь это? Я не понимаю, все время Серхио подходит к этой, ну, вот к пиццерии, да? И, ну, у него как-то лечится эти хп. Я, ну, жду, когда ему предложат там гамбургеры и пиццу. Это не Сан-Андреас. И аналога у них заменяемый, да. Там нет калашников, там Крюгер называется, как Лео Крюгер. По боку. Это был калашников. И да, что, ты сейчас все расстреляешь, что ли? Гранаткой одной. Товарищи. Теперь я как лох поеду на мопеде. Теперь как Куртань. Я их же не могу убивать. Чё все убивать? Идите честно. Давай сидим. Это Тюмень. Давай газуй, газуй, газуй. А, ну пострелять-то в них, да, пострелять-то в них. Блин, да что за говно-то, а? Серхио, ну не ругайся, наши люди слушают. На это. Ну просто кто-то неудачник, и все. Просто кто-то не умеет жать на тормоз. Вот да, я жму на тормоз, а он не поворачивает. Да ничего ты не жмешь на тормоз, блин, нет, ну чё, вот... не видно, что? Надо пробелом тормозить, я все понял. Охренеть. Пол игры прошел. Только догадался, да. Ты же геймер. Сейчас самое... Лучшая миссия в игре, надо сохранить спереди. А ты на чё жал, на какой-нибудь квадратик геймпада? А, миссия такая патриотическая, да, еще да, была. Прямо да, кстати, наверное, про это всё. Серхи, ты уничтожил вертолет. Я могу, да. Because I can. Там, кстати, в витрине, с другой стороны мотоцикл, кстати, его тоже можно взорвать. Это то, что
такое дело? 5 звезд просто. Это вообще не второй этаж ни разу. Знаю. О, блин. Стреляй во все, что есть. Я умер. Лок-пой. Лок-пой, да. Па-п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 а. Псайко-килл. А он взорвется лимузин, если на нем ездить? Кстати, Psycho Kill. А, зато очень прикольный, в нем по городу катаешься. Psycho Kill песня прикольная, если Максим была, когда он убивал этих селебритей. Группа Talking Heads. По-другому называется. А вон это говорят, трэч, что обычно нормально. Про закончился по 2x2 и нас пришли слушать. Ты что, догонишь его? Я его за борту. Стой, сука. Ты не умеешь бортовать. Я умею вот так вот делать. Он тоже так умеет. Это называется не портануть, а таран. О, он же меня застрелил. Вы только взгляните на это. Да. Какой он лох. У него тачку. Он жарит просто тачку. Нет, это реально смешно. Видишь? Но ты знаешь, у него зато пистолет, да. Бей ногами. Очень смешно, правда. Это знаю, прохождение короче, этой миссии нужно заносить просто, я не знаю куда. В аналы. Причем с одной прям. Природы. Ну там у кого какие, да. На скамье посадимы. God, should I be able to smell that from way over here? Don't you worry about the smell. You just watch. Жалко чувака. Shitty, cheap, bad, this is John. There's some more on the bench. Boom. Ta-da! Oh, damn! А Фил же, по-моему, в Сан-Андреасе опять появится, да? Без руки? А, он там будет на этой на машине, нет? Я не помню. Как я не люблю эту миссию. Она реально. В особенности в нее надо ехать под максимально романтичную музыку. Бонни Тайлер. По-моему, никто так и не решился угадывать, или я вообще не я говорил это. Выглядел же этот как Кента Кабаш. Кого здесь не примут? Сейчас поедешь. Ой, помнишь? Я не знаю, Лёша, вот я чувствую, вот на эту тему начну говорить, и Лёша подхватит. О, take my бразовые, то, что надо. Нет. Это, Лёх. Лёх. По-братски. Господи, помнишь фильм? Фильм. Кто из актеров похож на Патрика Суэйзи? Ох ты. Курт Рассел? Сейчас, Лёва. Ну, в принципе, можно своих же расстрелять. Ой, как... мента в спину бьет опять. Скор. Пошли. С 11 патронами. Ах ты ж тварь, вот это реально, да. Это хуже, чем Кэмпенни. Да они ресаются. Бляха, надо машину взорвать. А с чего я буду машину? С добрым утром! Да-да-да, Курт Рассел похож на Патрика. Ну вот да, ну вот не на том постере. Ну да-да-да. Он А ты будешь вообще целиться, нет? Нет. Вот и все. Потрачен. Ты что, проиграл что ли? Не, ну они стреляют в меня. Он с 20 хитпоинтами побежал внутрь. А, ну да, конечно, это ж логично. А чисто, там еще, еще наверху, кстати, этот снайперюга же сидит. Да, это ж тюменская логика. Попозже забирать.
Кто у меня звонит опять? Я. А Фил, вот это, кстати, левак, что... Что если играть в Вайс, нужно сначала все-таки себе какое-нибудь оружие обеспечить. Ну, то есть пособирать там какую-нибудь шляпу. Так, неинтересно. Фига себе неинтересно, тут у тебя оружие будет. Оружие головку. А вот здесь, кстати, у тебя где поместье Версетти, там снайперка лежит. Ему справа. Здесь опять. Возьми. Где? Да, кстати, здесь вообще поэтому по замку, если побегать, поэтому. Там не по замку, там есть, я знаю, схорончик один. Лежит. Схорончик один у тебя есть слева. Схорончик. Если зайди в замок, господи, в поместье налево и там вниз спустись. Что такое хорончик? Схорон. Что такое схорон? Ну, типа, тайник. А, так говори из-под полы. Я, на самом деле, не могу вспомнить слово, вот как это называется, дача, ферма, яхта. Он фазенда. И здесь заплутился. Вот фазенда, как это правильно называется-то, блин? Шхуна. Ёбаный лабиринт. Ты какие слова вспоминаешь? Вот это, как назвать? Вот вилла? Вот. Здесь. Да, вилла. Яхта, шхуна. Короче, не нужен. Куда лимузин делся? Он не может пройти лабиринт. Лимузин исчез. Он не может пройти лабиринт. Лимузин исчез. Блин. Почему лимузин исчез? Да потому что ты дурак. Дома выйди. Иди возьми оружие в доме. Где оружие? Зайди в дом и спустись влево вниз. Влево вниз. Пацаны, это не деньги, это Серхио, блять. Да, Русская Нейшн. Влево, куда ты наверх полез? Все, я нашел. Он вниз пошел. Перестал принимать стероиды, вот да. Нет, тот, который... Где лимузин? За спрятанные вещи у тебя появляются справа, вот здесь как... Машину отсюда убери. Убери отсюда машину. Да не так, убери. Ощущение, что эти люди вообще никогда не играли в Vice City. Как заненавидеть Vice City? Порш. Ну там Порш, блин. Коммент. Коммент. Серхио начинает сдуваться. К концу трансляции он перестанет узнавать людей и разучится Порш. Перезагрузи. Это кто, блядь, разговаривает? Гроба нет у чувака. Я думал, что пользователь... Я думал, что пользователь Твиттера с именем Стас Эйбл это мужского рода. Твит, я же не одна ржу как дура, да? Это он, но она. Меня стреляют, сволочь. А, да, нет, ну не одна же тоже. Куда еще бигер-то, сраный кретин? Тебе нужна четырехдверная. Она что, не... Блин, она еще не четырехдверная. Серхио натурально, он просто матерел, он отращен натурально. Прямо вот это четырехдверная. Серхио, иди схорончик. Серхио потрачен просто в нуле. Там все, короче, можно... Патрона, патрон. Я вижу у Серхио только 221 пистолетный патрон. Этого хватит для штурма базы гаитян? Хватит, у меня 100 патронов для дробовика есть. 100 патронов, блядь. Все пересчитал? Карманы там порчат. Блядь, напролом, можно усрать. У меня 100 брони есть. Мне надо. Что бронились? Какая жизнь. Серхи дробовик берет. Дробить. Машину мне. Я не знаю, что с машиной делать. Сядь в нее. Да нет же. Чё по ней надо? Можно либо сесть в машину, либо ее вставать. Я не понимаю, как можно читать? Возвращаться, а смысл тогда какой, что мы тут прорывались? Заправь машину. Ты читал вообще эту историю? Тут гаитянцы меня сейчас убьют. Return to... Вот, возвращайся. И запаркуйся. 8 хитпоинт. У тебя было 70... Просто не потрачено. Ты дверь забыл. Странная пони. Хорошо мне делает. Отвези ее обратно. Я ее везу, но тут все колеса. Я знаю, я вижу. Но ты должен доехать обратно. Я еду. Ох.
Едешь, скользишь. Причем сказал, ты завернул, а спускает. Кошмар, ребят. Блин, ты откуда? Скользишь. Да еще назад меня. Еще две звезды, главное, да. Две звезды. Да. Еще. Пони сраный, Лизу Симпсон вспомнили. Блин, реально, я начал первый раз за сегодня реально переживать за успех миссии. Мне тоже. Я доеду. Да, потому что да, вот указывают, вначале мы говорили, что не будем обсуждать происходящее в игре. Невозможно. Да, нельзя удержаться. Когда Серхио едет без колес. Причем колес во всех смыслах этого слова. Сейчас я поем. Дырявые колеса, 8 жизней, это натурально, надо на YouTube один. Блин, а почему агро? Я только хотел поесть. Потому что это не поесть, это ограбление. Есть далеко по краске. По краске недалеко. Аспирин. Тоже твит от Руслана Ремеева. Боже, Серхио такой нуб. Кстати, да, вот это все серхиевские эти рассказы про то, как он классно в разные игры играет, просто вот. Лимузин. Менты. Две звезды, иди обновись. Сменишь одежду, опять пойди. Опять пропадет этот лимузин. Одежда, ты не садишь. Две звезды, это не 4 звезды. И не 8 жизней, опять же. Пока Серхио едет, можно принять ставки. Можно просто принять. Ой, меня в арту. Почему лимузин такой? У тебя еще патроны на полку эти. Колеса целы? Не знаю. Ну что, нет. Да откуда вас столько-то, а? Две звезды, я доеду. А мы ставки принимаем. Нравится, как Серхио начинает ехать не в ту сторону, просто. Он, не, может быть, и хотел бы поехать как надо, но нет. Я доехал. Тюменская логика. 4 проколотых колеса, 8 жизней, это, блин. Там 2 колеса было проколото. Серхио нуб. Ой, абсолютный. Просто, вот даже сейчас вот любой пост-твит по поводу игр просто несостоятельный. Вообще, просто сразу ретвитить и ржать. А, вот здесь не смотри, не вот сейчас, как только выйдешь, сразу забегай вот туда, где у тебя скорончик опять. Ну, короче, я понял. Смотри, его сейчас потратит, нет, не понял. Понял и побежал не туда, главное, вот это мне очень. Это просто, да я понял, и... Я ошибся. Чеменская. Я ошибся. Сейчас я пистолет. Да, тебя несёт. Ой! Начинается. Да, по минимуму плюс, потому что пора заканчивать. Слышишь, что я говорю? Че? Ты смотри на него. Он не слышит ни хрена. Здесь убери базуку. Он стреляет. Базукой ты попадаешь, одно попадание. Тебе нужно как можно больше пуль попадать. Он убил себя. Я бы сказал, самопотратился. Раз, пулемет и стреляй вот уже пусть даже во взорванную машину. И вот у тебя пошло набирание. Стреляй в нее же, стреляй. Правда, не идет набирание. Ну блин, я не, вот это я не был уверен. Вы сейчас пишете, да? Другие приедут. Другие приедут, я сейчас умру. А ты не умирай. У меня 21 здоровье, я в пол с базуки стреляю от себя. А зачем в пол в базуку? Подпрыгну. Стреляй из пулемета. Из любого, кстати. Стреляй, у тебя упадет. Ой. Потрачу. Там щит сейчас спустится. Господи, да это оргазм. Нет! Да как он меня ж... Тупая игра, тупая. Винтажная вещь, когда подходишь, думаешь, что там происходит? Там Сергей бежит. Без оружия, без всего. По-любасу миссию проходит. По-любасу. Это не Сан Андреас, здесь от этого навыки бега не повысится. Мне нужен Рико. Надо напасть.
Hey, Rico! Nice boat! You ready? А, да. Прикольный мисс. Тридцать патронов даже. Еще одна. Еще одна. Сразу их взрывать. Ну давай, Серхио, жги. Тридцать патронов, да. Вот, собственно, потрачено. Я еще не вижу, но это натурально в голову. Блядь, поеб! Возьми 4 гранаты и снова в ту же месте. Опять он бежит, главное, он бежит. Ой. Я застрял. Сейчас... Застрял на столбе. Я ощущаю Броком Леснером вот этим на Рестлмании, когда он... Закапал. Попадешь, я тебе отвечаю. Тихо. Серхио, стреляй, ты как Шон Майклс. Шон Майклс стреляет. Я тоже не понял, что за представление. Ну, он же на оленя охотится. А, Дюрхант, да. Сравнил. Это УЗИ. Почему на парковке-то ничего нет? Да блин, забей. О, я вижу машину. Стой. Опять бежит. Стой. Опять бежит, да-да-да, вот это главное ощущение от этой игры, это Серхио бежит. Кстати, паркурщик, паркурщик, да-да-да. А вы не знали, что GTA Vice City это симулятор бега? Вот, опять кстати, вот эти ребята, которые меня убьют сейчас. А вон автоматический шотган был слева. Меня убивает вам. А можно было, кстати, тут срезать. Потом бери пулемет, оружие, которое быстро стреляет, и стреляй по возможности в полицейские средства передвижения. Ни одного нет. Есть сначала ну, сделай, чтобы они приехали, у тебя ноль звезд. У меня одна звезда, две звезды. И не упади, пожалуйста. Да стреляй по людям. По людям не надо стрелять. Стрелять надо по технике и по возможности по полицейской. Ну да, чтобы она приехала, нужно звезд набрать. А, ты в ночь попал. Нет, 16:33. Вообще странно, в ночь народу достаточно мало. Много отстрелил. Кинь гранату. Вон, поеду. Где вертолет? Приезжай. Где вертолет? Рано. Где щит? Не стреляй в людей, стреляй в тачку. Мне надо в щит стрелять. В людей стрелять не надо. Вертолет в этом смысле отличается от машины. Мне вообще щит взорвать надо. Считай, потому что можно меня убьет. Да, я просто говорил, что в людей стрелять не надо, когда вертолета не было, как ты вниз стрелял. Все, у меня 4 звезды, что мне делать? Достреливать в технику все возможные. Все, я прошел миссию. Поздравляю. Потому что, вот, кстати, на одном вертолете, который долго не взрывался. Да. Патроны не нужны. Срук всех убил. Срук. Ну, ты, конечно, оптимистичен. С патронами это любой дурак может. Да, все, прыгай туда. Он и прыгнет. Да сейчас перелетит. Главное, что он ни в кого не врезался, пока ехал. Спрыгивай. Сейчас я мужика задавлю, но... Сейчас стрим ложовый. Просто ты заберешь их по мотоциклу. Посмотри, чтоб тебя не сбили. Мне проткнули колесо. Ну, как бы нормально. Главное, не беги сейчас. Блин, сейчас бы сюда кола. Вента, щака. Едь на лестницу. Какой кошмар просто. Я просто перепрыгнул как царь. Акибо. Натуральный. Блин, вот это жесть.
И снова. Снова седая ночь. И снова. 5 фургона. Я не могу вообще, блин, 40. Главное, не бежи так. На моем байке, сука! Куда ты поехал? Что за дичь? Потрачь. Ой, а ведь главное, да, сейчас... Я убью его! Не, он сейчас его собьет. Какой кошмар. Убили 5-2. Все. Потрачен, блин, вот это да, это да. Все наши ребята. Мне больше всего нравится, что Серхий использует, ну вот, знаешь, это вот, как там, ну, этот, стабильный... Я разбил. Чори не долетел. Нет. Что это за дичь? Он потер. Как это возможно? А ты без патронов, да? Нет, другой прикол. Лё. У всех геймеров войдет в обиход играть как Серкин. Не, знаешь, это вот стабильность, приступ мастерства. Как только он получает какую-то машину, он сразу простреливает себе колеса и скользит. И бежит, нет. И бежит на машине. Реально опять бегает. Серкин, спрыгни просто. Охереть догадался. Только не проткните колеса. Да как это возможно просто? Как я ненавижу эти мото... Блин. Перепрыгнет как царь, блин. Нет, он не перепрыгнет. Блин, я не могу. Господи, это бесконечная игра. Слышали, что он сказал? Надо купить патроны и броню. Ладно. Ой, вот тут хороший очень твит. Серхио в армии научился. Чего? Ладно. Ну это легко. Ну. Да что ты делаешь-то со мной? Я тебя убью. Ты зачем на мой байк-то садишься? Да как это происходит? Я вас всех убью нахер. Всех и умри, можно все заканчивать. Просто. Там в том спойлере была ошибка. Сначала он побежит. Лёш, посмотри, сколько брака. Это 60% брака. 10 технотактических действий. Серхи надо убирать. Я сделаю. Сделал? Давай, сначала царь. Еще погоди, тебе еще нужно уехать от фургона. А ты уже уйдет. 7-7 северная чертана. Да. Что происходит? Сейчас он меня задавит. Нет, не задавил. Ты просто не сойдешь в бар и... Серхи врезался в мотоцикл. Блин, жалко, что он тебя не задавил было. Ты был потрачен. Баржа сраный въедет. Ну, куда ты? Вот и все. Воду. А там было внезапно. Сейчас меня убьют нахер. Тут мне больше 20 дали. Че вы ржете, я понять не могу. Завтра от Rockstar к Серхио придет письмо с благодарностью за рекламу их игры и денежка. О, да? Серхио, вот просит, вот уже просто пошли новые эти тренды. Серхио, давай спидран.
Я, кстати, видел спидран, там прошли Сан Андреас, Vice City за 3 часа. А вы-то! Ну это свинство, я считаю. А там подстава. Я же сказал, убьют. Это не, ну Серхио думал, что если лежит чемоданчик, если лежит чемоданчик, и рядом два больших закрывающих обзор строения, то можно побежать напрямую. Вот это все, когда-то я теперь буду готов. Ее и много, да, так, все, я больше туда не полезу. Главное, гранату себе под ноги не кинуть. Итак, смотрим. Кровь вроде полилась. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Она скатилась назад. Зайди со стороны сбоку. Нет, ты чё? Потихонечку, бочком. Я вижу. Всё норм. Ты, можно сказать, первый всех убил. Нет, о, давай вертолет бери, это будет смешно. Ой, не там неправильно. Подожди, ой, ты понимаешь, ты. Блин, как вперед наклоняться я нашел. О, господи. Не-не-не-не-не. Чтобы он сам хуил. Ребята, 131. Лок, отключайся. И какую типографию я уже не куплю, я куплю поспать. Да как я в нее не въехал-то? Что за гон? Ты ж любишь. Нет, я не люблю. Да как же, стоп-то, откуда ты возник? Все у меня уже черным огнем, черным дымом у меня нашли на дыме. Все бухи-то говорят, да как же ты так возник, стоп? Я да, был стол, да. Я главное ехал точно по тротуару, как-то возник. И люди, которые другие участники гонки едут, не понимают, что за фигня. Вон кубику. Да вы сейчас меня... Да как они? Все просто спать, ребята. Продолжение через 3 месяца. Все, на этом и все. Серхио погорел на танкере. Все, я просто I quit. Женщина, которая поет, кошка, которая орет, Серхио, который бежит. Надо как-нибудь потом это стрим врубить и в Counter-Strike. Не надо. С вами этот Питерактив. Вот да, вот это лицо очень характерно отражает то, что происходило последние несколько часов. А с вами в этом Питерактиве были... Смотрели и комментировали The Lock, Александр Шатковский. Ага, пока-пока, ребят. Алексей Красильников, Злобный Росомаха. А и мастер основной, бега. Основной контент, да, грандмастер бега, чемпион мира по бегу. Чемпион Vice City в тяжелом весе по бегу. Сергей Хемпфер, Сергей Клой. Друзья, не играйте в Vice City.